Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Продолжаю тему про опционы. Вчера буквально закрылась моя опционная стратегия по индексу РТС и принесла доход больше 10% за месяц. Вот, но это было на одном счете. Сейчас у меня подходит к моменту экспирации на втором счете уже другая, ну, примерно такая же конструкция, но на нефть. И там ситуация разворачивается вообще шикарно. Сейчас я включу Finviz. Посмотрите, как вела себя нефть последнее время. Вот здесь вот, в начале января, помните, там был... Очень сильная напряженность между США и Ираном. И, значит, там, ну, когда убили вот этого иранского, одного из иранских людей, Сулеймани. Вот, и здесь, ну, была вероятность война, нефть резко подскочила. Ну, и потом, значит, как-то они решили, Иран там пустил ракеты, ну, то есть он... Жест устрашения, в общем-то, но предупредил при этом американцев, чтобы все разбежались. Они разбежались, ракеты куда-то упали, никого не поранили. И, в общем, нефть пошла падать. Нефть падала, и посмотрите, вот как она падала. Вот сюда она падала, до $58 за баррель. И вот в этот момент где-то, ну, сначала я... Вот здесь, откровенно говоря, я потерял, потому что я думал, что будет эскалация конфликта и будет жестко, поэтому я заложился на рост нефти. Но когда рост не произошел, я тут же все закрыл и, в общем, открыл опционную стратегию на падение нефти. Я ее двигал. И, короче говоря, на уровне где-то вот здесь вот 58 я начал продавать опционный пут, потому что я думал, что вот он, смотрите, вот раз минимум, два минимум, и вот здесь вот она начнет повышаться, то есть ниже она не будет падать. Вот, но она продолжала падать, и, соответственно, я с небольшим, с некоторым убытком закрывал эти опционы и... покупал ниже. Но совсем внизу у меня на $50 за баррель было куплено огромное число также опционов. Пут, которые должны были вырасти, если она сильно упадет. То есть эти как бы страховочные растут, а эти падают. Ну, соответственно, они друг друга как-то балансируют. Вот. И когда нефть упала ниже $54 за баррель, значит, я думаю, ну все, значит, дальше она уже не должна падать. И снова я начинаю продавать опционы put. И я продаю опционы put, и ниже там у меня есть купленные опционы тоже put, ну, чтобы ограничить убытки. Вот, когда нефть начала расти, в общем-то, я... приложил, ну, усилия на самом деле, то есть это было сложно для того, чтобы закрыть купленные опционы put, потому что я думаю, ну все, страховка уже не нужна, вот, а проданные, естественно, я оставил. И поэтому у меня сейчас такая ситуация очень веселая, посмотрите. Вот у меня проданные опционы put 80 штук. Еще с 53-м страйком. Проданные опционы put еще 10 с 54-м страйком. Вот они, две позиции проданные. Вот. И после этого здесь у меня было пусто на самом деле сверху, потому что, ну, у меня были какие-то купленные опционы call. Вот, соответственно, они, когда нефть росла, они росли. И вчера, наконец, давайте посмотрим, что произошло вчера. Вчера вот нефть выросла, и, наконец, до 60 она практически доросла, начала падать. Вот, что я сделал вчера? Я вчера продал 20
опционов кол 60-х. Они у меня были куплены, я их продал. То есть сейчас они у меня уже проданы в шорте. И я продал еще 35 опционов кол. Вот такая ситуация. У меня куплены остались еще для страховочки вот 5 опционов 61-х кол, если будет расти. И 64-х колов у меня куплено аж 100 штук на случай роста. Давайте посмотрим вот на эти путы. Смотрите, минус 80, которые. 0,04 цена. Сейчас они практически ничего не стоят. 54-е, 0,07, чуть выше. Ну, практически тоже ничего. 59-й кол, 0,56 стоит. Я его вчера продал, их вчера по рубль, доллар с лишним. Сейчас эта позиция увеличилась в два раза. Вы видите, 8822 рубля за один день. Вот, вот этот кол, смотрите, я его продал вчера по 0,51. Сейчас их цена 0,22, тоже 100% рост. Вот, ну, вот эти вот с огромной вероятностью превратятся в ноль, и вот эта тоже позиция тоже превратится в ноль. Давайте посмотрим в личном кабинете, что у нас есть. В личном кабинете я захожу вот здесь, в торговлю, опцион, инструмент. Вот так, посмотрите, вот у меня вся конструкция. 5 купленных опционов кол 61-х, они куплены по 0,442 доллара за баррель, и, скорее всего, они все сгорят на вот эти вот 0,442 доллара за баррель. Сгорело из них уже 80%, осталось 20%. То есть, ну, сколько тут? 1126. Куплены опционы кол. Это которые вот как соломка. Помните, 100 долларов? 100 штук опционов кол куплены. Они куплены дорого. Куплены давно, с самого начала. По 20 центов за штуку. И сейчас, ну, то есть они, скорее всего, полностью исчезнут. Это страховка, опять же говорю. Сейчас эта позиция дает мне минус 12 373 рубля, и она сгорела уже на 95%. Ну, экспирация здесь будет 25 числа, это сразу после праздника, в первый же день рабочий. У нас рабочий. Биржа будет работать еще, ну, мировые биржи будут работать 24-го. Теперь дальше. 65-е колы у меня проданные. То есть там call spread в конце стоит. И эти проданные дают мне 8480. То есть вот эта вот страховка в конце стоила мне 4000 рублей всего. Здесь у меня минус 12, здесь плюс 8. Понимаете, да? Вот. Вот она страховочка. Вот это вот сгорит, вот это вот останется у меня. Ну, она чуть-чуть увеличится. Видите, здесь 93% фактически, у меня будет здесь 100%. Здесь тоже 100%, но сгорят. Вот, теперь смотрите, самое интересное. 80 проданных опционов put 53-х на данный момент 75 тысяч рублей. Позиция. И эта позиция моя на 96,67%. Когда будет 100, здесь будет, ну, 76 где-то тысяч. Я не знаю, сколько будет там. Ну, можно посчитать, я тут не особенно парюсь. Ну, где-то 1200 там с чем-то долларов, 1220 долларов. Вот, значит, и еще одна позиция. Проданные опционы put 54-м страйком на 94% мои. 8096 рублей. Здесь будет где-то 10 тысяч рублей. Ну, эта позиция, это по долларам. Помните, я рассказывал про кол на доллары, которые сгорят 14 марта. Ну, для страховочки я их купил. Там один человек решил вложиться. Вот, так что, вот такие
перспективы у меня. Я с нетерпением жду, что нефть так и останется здесь. И вот посмотрите, вот все вот эти мои позиции останутся у меня. Давайте посмотрим, как выглядит стратегия. Вот сейчас она вот так выглядит. Посмотрите. Вот она, вот, видите, планочка. Если нефть останется в диапазоне от 59 долларов за баррель до 54 долларов за баррель, то все премии, которые я получил от проданных опционов, останутся у меня. Ну, а соответственно, все, что я заплатил, сгорит. И если она не выйдет за эти диапазоны, то вся прибыль останется у меня. Если она начнет выходить за эти диапазоны, то моя прибыль резко начнет уменьшаться. Вот она, стратегия, от еще раз 54 до 59. Давайте сейчас вот здесь вот мы нарисуем такой квадратик. Да, собственно, он у меня уже, наверное, нарисован. Да, вот он, квадратик нарисованный. Вот здесь вот я его нарисую от 54, вот так, и вот сюда продлю, вот где-то вот так. И, ну, если ниже, то уже там он по чуть-чуть начнет уменьшаться, но еще незначительно. И до 59, вот так. Еще раз. Так, еще раз посмотрим на стратегию. Ну да, до 59. Вот, здесь мои денежки, они остаются жестко моими. Ну, вот этот можно квадратик, он вот прямо вот эти денежки совсем-совсем мои. Вот, ну, а если они будут уходить, то мои денежки начнут, моя прибыль начнет уменьшаться, но это все равно останется прибылью. Ну, и до какого-то момента, вот скажем, вот так вот, и где-то вот так, вот, если в этом диапазоне, то я остаюсь в плюсе. Если в этом диапазоне, то я в хорошем плюсе. Здесь все еще в плюсе. Вот, ну, а когда дальше, у меня уже будут убытки. Ну, вот такая опционная стратегия. И эти опционные стратегии позволяют как раз вот, чем они хороши. Они, ну, грубо говоря, чертят вот эти вот, диапазоны. То есть я смотрю так, вот если нефть сохранится в этом диапазоне, а я надеюсь, что она, ну, осталось 2 дня всего, поэтому если она вот продолжит падение вот куда-то сюда, ну, если не ниже, чем здесь, то все. Я в космосе. Все 75 тысяч останутся моими. Ну и, соответственно, если она чуть повысится, то, в общем-то, ничего страшного. И на 64 давайте не забывать, что у меня есть постелена соломка, которая вот здесь вот она резко взлетит. То есть здесь все не так уж и плохо. Ну, снизу у меня соломки не постелена, потому что вряд ли она так сильно уйдет ниже там 52, ну, как бы шансов никаких. Поэтому опционы позволяют как раз вот очерчивать такие области. То есть она у меня очерчена. Вот если в этом диапазоне находится цена, мне уже не важно, как она будет скакать. Абсолютно. Я получаю прибыль. Вот. И как строить эти опционные стратегии, как страховаться, я буду рассказывать на своем курсе по опционам. Во вторник, 25 февраля, я вам расскажу результаты, что принесла эта стратегия. Мне кажется, она принесет сильно больше, чем та стратегия, которая по РТС была. По РТС, вы знаете, 10% за месяц было получено. Здесь и денег побольше вложено, и, соответственно,
Ну, поинтереснее все. Да, записывайтесь на курс по опционам. Ссылочка dimitkovyur.com вон там или вон там. Соответственно, я в ближайшее время планирую начать уже этот курс, потому что, ну, в принципе, у меня все готово для того, чтобы начать курс по опционам. Пока он дешево и он может окупиться буквально за один месяц. На сегодня все. Лайк. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.